Вам серебряный голос России Олега Погудина. Дорогой Олег Евгеньевич, примите, пожалуйста, в знак преклонения перед вашим талантом благодарственное письмо от музея-заповедника Хмелита и, конечно же, эти прекрасные цветы. Олег Евгеньевич, я знаю, что вы выступали сегодня просто в экстремальных условиях, и несмотря на такие условия, вы все-таки порадовали нас своим творчеством, своим искусством. Я думаю, что все эти неприятности уйдут в прошлое.